Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокус от моряка». В этом видео я и мой оператор снова покажем вам один очень легкий, но прикольный фокус. Этот фокус также хорош тем, что его можно показать с обычной колодой в 36 карт. Собственно, я и возьму 36 карт для того, чтобы показать этот фокус. Итак, окей. Смотри, сейчас твоя задача будет это выбрать 4 карты. Причем первые 3 ты выберешь одновременно. Я буду раскладывать вот так вот, на 3 стопки все карты. Ты в любой момент меня останови, просто скажи стоп. Окей? Хорошо. Только поторопись, пока колода не кончилась. Стоп. Стоп. Итак, ты остановилась вот на этой последовательности. То есть у нас это восьмерка буби, восьмерка крести, восьмерка черви. Кстати, это не запланировано, это не часть фокуса. Итак, окей. Раз. 3. 3 карты есть. Последнюю осталось определить. То есть, смотри, я буду отсчитывать вот так же по одной. Ты меня также останови. Но только, пожалуйста, успей, пока не появилась первая перевернутая восьмерка. Хорошо. Стоп. Стоп. На этой карте, да? Я сейчас сильно удивлюсь, если это будет четвертая восьмерка. Нет, это валет. Почти. Окей, ладно. У нас есть 4 карты. Смотри. Первая восьмерка и ее соседка. Вторая восьмерка, ее соседка. Третья восьмерка и ее соседка. И валет также со своей соседкой. То есть смотри, ты сама сказала, где мне остановиться, верно? Ну да. Я ничего не подделал. Давай посмотрим, где остановились наши восьмерки. Король. 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 И снова король. Видишь, наши восьмерки остановились на 4 королях. Но скажи мне такую вещь. Что короли всегда берут с собой? Что берут? Точнее, кто всегда присутствует рядом с королями? Кто? Королевы. Правильно. Каждый король всегда берет с собой свою королеву. Пиковый берет пиковую. Червовый берет червовую. Крестовый берет, конечно же, крестовую. И бубновый, конечно же, красавицу бубновую. Вот такой вот простой фокус, друзья мои. Теперь давайте посмотрим, как его делать. Прикольно. Ну окей, друзья. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я воспользовался колодой Феникс. Очень классные карты, кстати. Очень рекомендую всем их купить. Кому интересны эти карты, ссылку на обзор и на покупку в проверенных магазинах я, как обычно, в описании ролика оставлю. Итак, как мы помним, этот фокус можно показывать с колодой в 36 карт. Поэтому, собственно, я здесь как бы 36 карт и приготовил. Но этот фокус также работает с колодой в 54 карты, точнее в 52 карты. То есть джокеров убираете и все те же самые действия повторяете, которые я сейчас покажу. Итак, для того, чтобы сделать этот фокус, мы находим 4 королей и 4 дам. То есть дама... Дама, король, 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 дама, дама. И раскладываем их в такой последовательности. Ну, в принципе, в любой последовательности можно уложить. Главное, чтобы эти последовательности совпадали и в королях, и в дамах. То есть, смотрите, крести, пики, черви, буби. Также мы кладем и королей. Крести, пики, черви, буби. Итак, дам мы подготовили, да? То есть, берем 3 дам. Кладем наверх. Точно так же мы берем 3 королей. И точно так же мы их кладем наверх. Далее переворачиваем колоду. Вниз кладем даму и на нее короля. Все. Вся, собственно, подготовка. Можно поделать фальшивые тасования. Ну, главное, эти карты сейчас не мешать. Говорим зрителю, что надо выбрать 4 карты. Первые 3 карты мы выберем как бы автоматически. Поэтому я буду раскладывать вот так вот по 3 карты. А ты в любой момент мне скажи стоп. В этот момент вы просто скидываете короля-даму, короля-даму, короля-даму. Естественно, на этих первых парах вас никто не остановит. Потому что вы еще как бы объясняете, что делать. Ну, зритель, к примеру, говорит стоп.
Скажу такую вещь, да, то когда он сказал стоп, и вы, к примеру, положили карту сюда, знаете, что одинаковое количество карт должно быть в каждой стопке. Поэтому, когда зритель, к примеру, вы кладете карту сюда, зритель сказал стоп, то вы раз, два все равно доложили. То есть по одинаковому количеству карт в каждой стопке должно быть. Итак, остановил вас зритель, да, сказал стоп. Мы переворачиваем верхние эти карты. То есть восьмерка... Восьмерка, о боже мой, я не верю, что снова восьмерка, что ли? Восьмерка. Блин, это просто какое-то заколдованное место. Восьмерки, видимо, очень любят этот трюк. Ну ладно. Кладем на эту крайнюю левую стопку раз, крадем на эту два и на эту три. Далее говорим зрителю, что сейчас снова я начну отлистывать. Ты, пожалуйста, меня останови, но только побыстрее, чтобы вот первая... Восьмерка, перевернутая вверх, не появилась. Итак, поехали. То есть начинаем отсчитывать. Зритель сказал стоп, к примеру, здесь, да, вы переворачиваете карту, это шестерка черви. То есть накрыли. Далее мы говорим, ну что ж, ты сам сказал мне, где остановиться, да, пролистываем до первой попавшейся восьмерки. Берем восьмерку и ее соседку справа. Откладываем эти карты, кладем здесь. Далее пролистываем до следующей восьмерки, берем восьмерку и ее соседку справа, откладываем и также эти карты кладем здесь. Далее пролистываем до следующей восьмерки, также берем ее соседку справа, и эти карты также откладываем сюда. Пролистываем до следующей, значит, шестерки, берем ее соседку справа, и эти карты также откладываем сюда. Эти карты можно убрать, они нам не нужны. Итак, говорите вы меня останавливали в любой момент, в какой захотели, верно? Верно. Давайте посмотрим, на каких картах, значит, остановились эти восьмерки. Переворачиваем первую карту. Король. Эх ты, мамочка. Король. То есть, четыре короля. Кого короли всегда таскают с собой? Ну, конечно же, да. Конечно же, каждый король всегда берет свою красавицу с собой. Крестовый берет крестовую, то есть мы переворачиваем полностью стопку. Червовый берет червовую, точнее бубновый берет бубновую, червовый берет червовую и пиковый берет пиковую. И вот так вот, таким вот красивым образом мы находим королей и дам. Вот такой вот элементарный фокус, который сможет повторить абсолютно любой человек. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы. И будьте в числе первых, кто смотрит новые видео. Подписывайтесь также на рассылку 10 редких фокусов. Там я собрал редкие фокусы, которых нет в открытом доступе. Это все бесплатно абсолютно. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. До встречи в следующих видео. Пока.